Йоу, друзья, всем привет! У микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся по-прежнему в КС-очку и сегодня продолжаем играть на моем чудеснейшем зомби-сервачке «Сожри меня полностью, зомби один». Сегодня пятница, друзья, и как вы видите, онлайн просто фуловый. 32 из 32. Обязательно заходите, будем вместе играть, друзья. Играю, как всегда, на своей КС-очке. Ссылочка будет также в описании, друзья. Айпишка моего сервачка, группа сервачка, то есть онлайн покупка привилегий, все сможете найти в описании. У нас сейчас раунд дьявол, друзья. Блин, давайте перед началом ролика наберем много-много лайков. Ну, надеюсь, вам не сложно. Мне будет очень-очень приятно тем временем. Поэтому, друзья, давайте не ленитесь. Поставьте, пожалуйста, лайкосики и подпишитесь на канал, как только это видео набирает. Друзья, 300 лайков, сразу же выходит новая, то есть серия. Блин, мне сейчас пипец будет, да? Мне сейчас пипец. Фу, слава богу, я выжил. Давайте, друзья, 300 лайков, вам не сложно, я придумываю для вас новые рубрики, снимаю для вас, то есть, ну, думаю, будет очень-очень круто. Поэтому, друзья, голый котик, вот, как вы видите, на всех моих серверах просто топовые онлайны, поэтому, вот, друзья, 28 из 32 сейчас играют. Но сейчас этот раунд закончится, будет 32 из 32, я просто уверен в этом. Давайте сейчас залетим, покажу вам цены на привилегии быстренько, и уже пойдем выживать, играть под привилегием, будет круто. Вибочка на месте 75 рублей, 2 месяца 150 навсегда. 200 рублей, випка, админка, месяц 125, 2 месяца 200, навсегда 250, випка, админка, босс, на месяц 200, 2 месяца 350, навсегда 450, випка, админ, босс, лорд, на месяц 450, 2 месяца 600, навсегда 750, вип, админ, босс, лорд, аркан, на месяц 1000, 2 месяца 1250, навсегда 1500 рублей, а вип, админ, босс, лорд, дарк, аркана, и, да, дарк, на месяц 1250, на 2 месяца 1500, навсегда 1750. И все, друзья, привилегии, как у меня. VIP, админ, босс, лорд, аркана, дарк и галакси, на месяц 1500, 2 месяца 1850 и навсегда 2250 рублей. Привилегии продаются через онлайн-сайт, ссылочка будет в описании, вот в правом углу, киберарена.ру. Так, это паренек. Киберарена.ру, друзья, если у вас есть какая-либо привилегия, то есть, если у вас есть какая-либо привилегия, вы сможете просто на сайте доплатить. Просто доплатить до новой привилегии, и все. То есть, ничего сложного в этом нету. А если у вас нету привилегии, вы можете купить, к примеру, вот купите вы лорда навсегда. Вы можете просто потом доплатить до выше привилегии. К примеру, дарка захотите, через сайт в личном кабинете вы сможете все доплатить. Если будут вопросы, пишите в группу. Обязательно, друзья, всех поддержку поможем, ответим. Будет очень-очень круто и здорово. Все, друзья, вот, как я вам говорил, раунд новый начинается. Онлайн по-прежнему 32 из 32, 31 сейчас, да? Все, новый раунд начинается, сейчас будем выживать, будем бегать, будет круто и очень-очень здорово. Так, давайте возьмем Хаммер Галактик. Кстати, друзья, для вас у меня новость появилась очень крутая. Давайте поставьте сперва лайкосик, и я вам расскажу очень годную новость. А в этом месяце уже, получается, друзья, вот этом, который будет месяц. Так, давайте включим паутинку. В конце ноября, сейчас уже ноябрь, 2 ноября сегодня вроде бы, да? Друзья, 31 ноября или 30, короче, в последних числах этого месяца мы для вас подготовим мега крутую, грандиозную, то есть обнову, друзья. Так, что-то у меня, блин, залагал микрофон. Обнову подготовим для вас. Она будет реально годная, связана с Новым годом. Вы просто таких обнов нигде не видели. Просто настолько глобально, друзья, что вы просто оцените. Так, спареньки застряли здесь. Блин, карта просто такая. Поэтому, друзья, все, с вас лайкосик, мы погнали выживать. Сейчас, так, нужно взять пушки какие-нибудь на паутиночке, сейчас улетим. Заходите, друзья, сегодня пятница, будем играть с вами. Обязательно покупайте привилегии, кто хочет, будет весело и очень-очень круто. М2, давайте я себе лазерные мины куплю, поставим где-нибудь вот здесь. Ребят, го, здесь мины поставим, вот прям здесь, все, минами, вот здесь, го. Так, все, я сказал паренькам, сейчас мы здесь мины просто понаставляем, будет круто, сейчас... Ставьте здесь мины, пацаны. Сейчас дам. Так. Да, мины ставьте. Все. То есть вот, пацаны уже с новыми аксессуарами бегают. Кстати, какой у меня аксессуар? У меня корова, друзья. Давайте я себе сказать, что возьму. А покупка аксессуаров. Новый аксессуар куплю. Костюм тигра. Да, вот костюм тигра. Вот, друзья, реально красиво смотрится, согласитесь, вот такой костюм тигра. Мне он очень нравится, то есть, ну, новые аксессуарчики. Прикольно, кстати. Вот, паренек такой. Ну, я считаю, круто, вот. Ну, блин, реально, здорово.
Куда мы заходите, будем играть паки. Здесь очень-очень быстро копится. Также донат рубли очень быстро копится. С каждого 5-го убитого зомби падают. Поэтому, думаю, вам понравится и вы оцените. Вот, смотрите, опа, добиваем. Собираем подарочки. И сколько? 22 пака с подарочка выпадают. Ну, это изи, друзья. Реально это изи. Класс зомби я себе вроде бы поставил. Так, меню. Ух ты, пацаны, смотрите, сколько мы здесь мин поставили. Красавчики, пацаны. Так, просто. И сейчас зомби, даже если будут бежать. Так, смотрите, что я придумал еще. М6. Мини-Galaxy. Гранату сферу возьмем и бросим ее. Сейчас скажу, куда. Куда. Вот прям сюда куда-нибудь, вот, чтобы зомби вы больше дальше мин. Ой, по таймингам бросил! Ой, пацаны! Блин, друзья, видели, как я бросил просто? И меня заморозили шаром, и я бросил эту мину. Реально годнота. Кстати, вот эти мины работают. Да, все отлично работает, поэтому, блин, годно. Годная тема. Подарочек. С подарочка 25 паков, неплохо. Можем Knife, кстати, сменить. Knife Hammer Swift возьмем, вот этот вот. Он у нас телепорт дает, мы можем вот так телепортнуться куда угодно нам. То есть, тоже годная тема. И давайте уже возьмем через меню Дарка, не знаю, перчатки бога, наверное, с ними давно не играл. И, в принципе, сейчас можем поиграть, почему бы сказать и нет. Урон у них очень-очень имбовый, прям, друзья, очень. То есть, главное стрелять в цель. Вот, донат рубли выпадают, и один донат рубль у нас на балансе уже. 8416 донат рублей. То есть, аксессуары можете себе на скины покупать, все что угодно. То есть, я думаю, вам интересно будет. 22 пака снова выпало. Так, пойдемте на спаун посмотрим. На спауне, возможно, кто-то будет. Так, телепортнулись. И, ух ты, мины, пацаны, как ставят. Так, ну что, братишка, убьем тебя. И 3 пака, к сожалению. Ну, не, ну такое себе, конечно, 3 пака. Донат рубли, один донат рубль также упал. Ух ты, я стреляю. Где зомби? Вот зомбак наш. И выпадает там 16 паков. Я думал, это тоже зомби, но, к сожалению, нет. Ух ты, друзья, 15 зомби. Мы можем сейчас взять винтовку Dragon Lore М6-5. Винтовочка Dragon Lore. И просто сейчас будем разносить весь сервак. Опа. Так, смотрим, прицеливаемся, стреляем. Плюс 12 паков на Изак. Стреляем в паренька, стреляем. Так, дальше, зомби у нас идут, ух ты, пацаны, так, аккуратненько, друзья мои, так, сейчас вот это, нет, не прострелим этого здесь, пацаны, вы где, донат рубли, сколько нам выпадет, 3 донат рубля, неплохо, паки также сейчас пособираем с вами, убили, практически убили. То есть давайте туда телепортнемся, будем вот так с прицелом стрелять. Опа, блин, пацан по таймингам просто минус 1 хп. На Изак снял ему, у этого 59 хп, и убиваем. На Изак, да, изи. Где наши зомби? Давай, минус ты, просто. Вот так, на изичах. Опа, давай, иди ко мне, зэка моя. Сейчас мы тебя... Нифига, друзья, он падает. Сейчас мне пипец будет. Нам нужно телепортироваться. Ой. Все, вот так, отлично. Найс, да, круто. Никто не победил. Так, давайте возьмем уже... перчаточки мои. Блин, Dragon Lore я посеял. Ай-яй-яй-яй, я запутался. Так, давайте возьмем Hammer Poison. Не знаю, для боссов я давно его не брал. Он отраву дает, ну, вы знаете. И сюда залетим. Что по инфекции? Тра-ла-ла, первый зомби тем временем у нас. Давайте подумаем, что бы нам взять сейчас такого годного. С лорд меню можем пока что золотой коллаж взять, золотыми патронами стреляют, x5 урон. И можем, в принципе, поискать зомби, и если что... Все, заражение уже пошло, сейчас постреляем немножечко с калаша, и потом уже, ну, доберемся до крутых пушек, каких-нибудь с меню привилегий всяких. Вот, сейчас мы, смотрите, опа, пацана, сейчас за жемчиком, вот так. Иди ко мне, братан, Якс, донат рубли, собираем, 4 донат рубля, и нас, к сожалению, заразили инфекционной гранатой, нам нужно тоже кого-то заразить, и тогда мы сможем взять, то есть, стать человеком, да. Поэтому давайте аккуратненько заразим кого-нибудь, аккуратненько заразить нам нужно, только я не знаю кого, бешеный зомби, ой, стать человеком уже, кстати, пропало, поэтому нам нужно как-то аккуратненько сюда пробраться. Текс, опа, пацану, братишка, давай. Ай, не получилось, к сожалению, здесь вроде кто-то сидит. Да, паренек, чего ты здесь сел? Плюс 2 пака далось, найс. И можем сейчас просто подлететь, ой, найс, пацан меня возродил, спасибо ему. Так,
сколько у нас зомби? Галактический миниган можем взять, в принципе. И сейчас с ним повыживаем по-годному. Сейчас, блин, друзья, с галактического минигана красные пульки у нас полетят, и мы просто здесь всех с вами расшатаем. Найс, минус один. У этого зомби стоит здесь. Сейчас мы его также прострельчиком. Минус два. И плюс, сколько нам паков там удалось. Нам паков просто, блин, друзья, реально годно. Нас снова заразили. Фу, друзья, ладно, наверное, буду на этой чудеснейшей ноте заканчивать. Всем спасибо еще раз за просмотр. Цены на привилегии у вас появились на экране. Друзья, кто хочет приобретать, обязательно приобретайте. У нас здесь постоянно фуловый, то есть постоянно играют. Обновление выходит глобально каждый месяц. То есть не соскучитесь, будет очень круто. Если вам понравился серверчик, обязательно заходите, играйте. Конечно же, кто хочет покупать привилегии, ссылочку на онлайн привилегии, на онлайн покупку привилегий на сайт оставлю в описании, где сможете приобрести привилегии. Ну а с вами был я, Рамзес, друзья. Все дела, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых видеороликов. Ну а с вами был я, Рамзес, как дела, да, как всегда. Всем удачи, друзья, всем пока. Пока.